Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет «Семян» и наш сюжет «Антифейк. Стоп-подделка». Представляем вашему вниманию оригинальную упаковку свеклы «Таунус F1». Это гибрид цилиндрической формы, очень популярный на территории Украины. Перед нами упаковка со свеклой «Таунус», именно с семенами. На упаковке размещена следующая информация. Номер лота. Количество семян в упаковке 5000 семян, масса 1000 семян, название на русском, английском, украинском языках, калибр, дальше обработаны или не обработаны семена. Обязательно логотип компании. На обратной стороне упаковки следующая информация по использованию семян и упаковки. Сейчас мы откроем упаковку и покажем, как выглядят оригинальные семена свеклы компании Bayer. Семена обработаны, окрашены в зеленый цвет. Обратите внимание на то, что голыми руками семена брать нежелательно, они обработаны. Итак, вот так выглядят семена свеклы Таунус. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.